Всего на Кубани 2791 избирательный участок. Охрану общественного порядка будут обеспечивать более 9000 сотрудников органов внутренних дел, а также бойцы Росгвардии, курсанты, казаки и дружинники. Всего порядка 15 тысяч человек. О ходе избирательной кампании рассказал председатель краевого избиркома. Избирательная кампания по выборам президента проходит без существенных нарушений. В избирательную комиссию края поступило всего 32 обращения на данный момент. Из них только 9 содержали информацию о возможных нарушениях. Подтвердилось на сегодняшний момент только одно. В Анапе выборы президента Российской Федерации будут обеспечивать 75 избирательных участков. Все они оборудованы кнопками вызовов для избирателей с инвалидностью. 48 оборудованы пандусами. На 9 избирательных участках имеются лифты для маломобильных граждан. Глава Анапы отметил, обеспечить антитеррористическую защищенность – задача государственной важности. Мобилизованы полиция, казачество, активисты.